С 21 стиха. «И сказал Господь Моше, говоря, исчисли и сынов Гершона по семействам их, по родам их, от 30 лет и выше до 50 лет, исчисли их, всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот работы семейств Гершоновых при их служении и ношении тяжести. Они должны носить покровы скинии, и скинию собрания, и покровы ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии, и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним. И все, что делается при них, они должны работать. По повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Гершоновых при всяком ношении тяжести и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Гершоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника». И дальше Господь дает поручение, похожее другим потомкам Левия. «Вот вам ответственность такая-то, такая-то». И как это? Золотой портсигар отечественный, магнитофон импортный, две штуки. И таким списком. Но в отличие от сокровищ Шпака из известного фильма, здесь все действительно незаменимо. Вы помните, что Господь дарует чертежи, образцы всего, и они все это скрупулезно выполняют, делают. И вот эта каждая драгоценная вещь, каждый драгоценный гвоздик должен занять свое место в багаже ответственных за это людей. Кто из вас бывал когда-нибудь в походах с палатками? Я любил в детстве ходить в походы с палатками. Особенно, когда собирается молодежь, когда нас много, палатки есть у моря на неделю. И вы знаете, всегда получалось интересно, но, наверное, вы замечали, если ходили, что количество привезенного на место похода снаряжения обычно отличалось от количества увозимого. Что-то где-то пропадало, ломалось, что-то новое появлялось, какие-нибудь ракушки. Но там другое дело. 40 лет, представьте, не неделя, 40 лет в пустыне. И вот у тебя ответственность не просто, а каждую часть ответственно хранить. То, что тебе дал Бог, ответственно донести до самого конца. Если бы отношение к этому не было важным, не было бы серьезным, то потом бы каждый раз, когда скинию собирали, чего-то бы не хватало. Ну, может быть, какой-то гвоздик забыли, первый раз не заметили. Какую-нибудь веревочку забыли, во второй раз не заметили. В третий раз не заметили, а потом, как говорил известный герой Булгакова, разруха начинается в головах. И потом, в конце концов, там что-то отвалилось, там чего-то не хватает, и разрушается общая картина, задуманная Творцом. Если бы речь шла только о физических вещах, то и ладно, как бы, всегда можно найти замену в современном мире, если мы говорим не о скинии, а если мы говорим об устроении Дома Божьего сегодня. Но сегодня Господь поручает это всем нам. Он говорит, вы царственное священство, вы люди, взятые в удел. То правильное значение, которое неверно перевели на русский как церковь, это, мы помним, экклесия, собрание людей, созванных для определенной цели. И вот эти цели здесь задает Господь для потомков Левия. Вот твоя цель такая-то, такая-то. Ну, мы можем сказать, конечно, им хорошо, им просто. Сам Господь через Моше сказал, так, ты будешь заниматься этим, этим и этим. Ну, вы знаете, это хорошо так на слух. А в жизни, представьте себе, когда вы всю жизнь являетесь носителем правого гвоздика, левой подвязки, третьего входа куда-нибудь. Ну, как-то скучно на самом деле. И ты уже мечтаешь о карьере, думаешь, мне подняться, хотя бы крышу поносить. А тебе говорят, нет, твоя участь вот тут, вот это твое. Знаете, у каждого из нас свое призвание, своя участь.
И иногда действительно Господь дает кому-то до конца жизни делать одно и то же. Может быть, нудное, может быть, монотонное, может быть, вот здесь уже стоящее. Но кроме нас это не сделает никто, потому что сам Творец поручил это нам. И только мы можем это сделать так, как хочет этого Он. А кого-то Господь, наоборот, хочет в этом научить, потом поднять дальше, верных в малом, помните принцип, поставить над большим, верных в чужом, подставить над своим и так далее. Но мы созидаем все равно одну и ту же скинию. Мы не строим разные помещения, чтобы у нас не было потом, как у известного письма героя Простоквашино, когда лапы ломит, хвост там болит, что-то там отваливается, потому что каждый кусок письма пишет разный человек. Мы строим одну и ту же скинию, которую Господь поручил нам строить. Возможно, у кого-то призвание просто такое, что на тебя смотришь и улыбаешься. И пришел с плохим настроением, посмотрел на человека, обнял его, и сразу как-то хорошо на душе. А этот человек, бедняга, мучается, думает, как бы я хотел бы где-нибудь там заняться чем-то другим. Да Бог тебя поставил сюда, слава Богу. Но ответственность. И дальше очень такая немножко режущая, 28 стих, когда под надзором Ифамара, сына Аарона, священника, то есть над тобой еще будут надзирающие. Знаете, малоприятно, когда над тобой, ты трудишься от чистого сердца, а все происходящее контролируют, супервайзерят другие люди. Но вы знаете, это плюс. Плюс почему? Потому что есть тот, кто видит со стороны, как положено. Когда я паркуюсь на машине, мне иногда очень хочется, чтобы сверху была камера, не только сзади, а и сверху, чтобы посмотреть, как оно со стороны. Знакомо такое? Парковались так иногда, когда хочется. А со стороны некого. Вот хорошо, когда у нас есть и те, кто супервайзит, и те, кто подсказывают, и те, кто в трудный момент скажет, слушай, ты ушел не туда, надо немножко правее, левее. Вот теперь хорошо. А и те, которые мы будем такими же друзьями, такими же помощниками. Поэтому давайте мы будем созидать Божье дело, Божью скинию в страхе и трепете перед Господом, доверившим нам это дело, но и с энтузиазмом, не покладая рук, что бы ни происходило вокруг, как бы долго пустыня не давила на нас, и как бы оно уже вот здесь у нас не сидело, но Господь поручил нам идти, и мы дойдем до конца, и да прославится имя Его Святое. Аминь.